Лермонтов и Анапа. Именно так назвали мероприятие и посвятили его великому поэту, чье творчество – одна из самых великих вершин русской мировой литературы. На лермонтовских чтениях в музее собрались краеведы, историки, члены литературного объединения «Парус». Мы особый день выделяем для того, чтобы воздать должное гению. Весь мир отмечал 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова. И сегодня мы проводим литературную беседку, как раз посвященную этой дате. Был ли Лермонтов в Анапе? У местных музейщиков этот факт даже не вызывает сомнения. О том, что связывает Михаила Юрьевича с городом-курортом, участникам мероприятия рассказала заслуженный работник культуры Кубани, сотрудник Анапского археологического музея Зоя Лемякина. О чем бы ни писал поэт, о далеком прошлом или современности, природе или любви, его идеи и образы всегда насыщены чувством патриотизма и свободолюбия. На литературно-поэтической встрече обсудили творчество и личность писателя, читали его стихи. Пока будет жив русский человек, будет жива память о великом поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове.